Микроавтобус выгорел дотла около многоэтажки на улице Пацаева. Из-за едкого дыма пожарным пришлось эвакуировать жильцов с нижних этажей здания. Эти кадры нашей съемочной группе передали очевидцы происшествия. На них микроавтобус уже полностью объят пламенем. Огонь привлек особое внимание детей. Находясь в непосредственной близости от очага возгорания, подростки снимали пожар на мобильнике. Первые автоцистерны прибыли на место ЧП через несколько минут, но спасти иномарку пожарные уже не могли. Пока одни бойцы МЧС пытались сбить пламя с горящей машины, другие бросились в подъезд, чтобы провести эвакуацию. Едкий дым проник в квартиры сразу на нескольких этажах. Жильцов пришлось экстренно выводить на улицу. Тем временем огонь полностью уничтожил не только автомобиль, но и окна первого этажа. Также от высокой температуры оплавился кондиционер, что вмонтирован этажом выше. Я не считала, давненько уже стоит. Это вы вот с хозяйкой порешаете. Мне вот это, Хозяйка машины где находится? Она сдает квартиру. А то есть машина брошена, получается? Ну, получается, да. Открыта, закрыта была, не подскажете? Она разбитая была, нет, открыта. Там, в смысле, выбитое стекло было. По словам местных жителей, микроавтобус могли поджечь дети. А может быть, подожгли машину, как думаешь? Нет, там пацан подожжет. Есть спички. Зажигалкой подожгли. Зажигалкой подожгли? Да. А кто он поджег? У Димы Вашуркина была, короче, синяя зажигалка. Он ему дал этому Захару, короче. В разбитой машине подростки соорудили нечто вроде штаб-квартиры. В салоне даже проводились экспериментальные опыты. Пачки доширака в курсе? Там в ней масло было в пачке доширака. Опыты проводили, что ли, доширака? Нет. А зачем жгли? Подогревали? Нет. Потом она вот вентиляцию упала, и там все загорелось. Нет, огонь. На место происшествия прибыли полицейские. Они установили личность владелицы машины и вызвали ее к дому. Выяснение обстоятельств пожара продолжается.